Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня и очередная порция пустых баночек. Сейчас их будет много, мы один пакетик накопили, решили не копить второй, я их решила снять. Итак, как обычно, кончилась куча вкусняшек. Сейчас у нас открыта коробка с сердечками, по одной, по две в день даем. Шоколадный меду молочный с кокосом и нонни, это мой любимый, но его съел кто-то другой, не я в этот раз. Так, артикул 16057. Далее, как обычно, наша Grand Collection закончилась, 16066, уж очень они красивые, хочется их кушать и кушать. Шоколадные зверюшки, это Викуськины такие вот зверюшки. Тут 8 зверюшек таких увесистых, она их ест. Артикул 16071. А далее куча вот таких вот различных батончиков. Я думаю, вы про них уже знаете, да, с коллагеном, с белком, с прочим. Впрочем, плотный перекус, низкокалорийный и так далее, удобно брать с собой. А далее коралловый кальций. Минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Артикул 153.92. Ну, что вам могу сказать, вот, кстати, про этот фитоконцентрат. Пусть это и не новинка в моих пустышках, но я вам могу сказать, что результат очень даже хороший. Мы его пьем всей семьей, и мама, и я, и все похудели. Но плюсом ко всему мы еще спортом занимаемся, физические упражнения добавляем. Артикул 157.15. Далее мы решили один прием пищи заменять коктейлями Wellness. И я вам могу сказать, что они прям для меня лично, они мега сытные. Алиса... Давай вот тут садись. Они мега сытные. И, конечно же, вот эти вот коктейли Wellness, чем мне нравится, тем, что они вкусные. Я на воде их пью с удовольствием. Уже больше месяца пью на воде, и никаких нареканий вот именно к ним нету. Значит, клубничный у нас идет с артикулом 156.51. Все они идут с клоактивом, с энзимными пищеварительными ферментами, с пищевыми волокнами, с комплексом витаминов, биотины, углеводы, коллаген, клоактивные вещества и так далее. Значит, клубничный 156.51, шоколадный идет 156.54 и, да, конечно, куда же без тебя. Так, значит, это у нас ванильный, точно, ванилин, 156.50. Далее, вот сидит от лампы, морщится, но ни за что никуда не уйдет. Что за кошечка? Да, я посмотрю. Так, далее у нас закончились, конечно же, витамины, пьем мы их шестером, поэтому кончается много. 157.23 это Q10. Кому нужна аннотация по каким-либо витаминам, не ленитесь, пишите, я вам все вышлю. Мне не жалко информации. Далее, омега-369 Викуськина, артикул 157.22. Пьем ее, кстати, с 4 лет, по-моему. Далее, секреты Востока, мощный иммуномодулятор, артикул 157.10. Также Q10, заряди интеллект, тоже штука классная. Влажные салфетки универсальные, они идут с антибактериальным эффектом. И артикул 115.50. Тут мне свекровь пожаловалась, что у нее проблемы с перистальтикой кишечника, что начались сложности и трудности. Я ей посоветовала вот этот вот алоэ баланс. Он как раз и иммунитет повышает, тут алоэ идет в составе и так далее. И самое интересное, что он еще и идет вот как раз улучшая, да, перистальтику, то есть идет как легкое, такое ненавязчивое, слабительное. Ей он очень понравился, она прям у меня вторую баночку попросила. Его пить нужно на голодный желудок. Его давно очень не было в моих пустых баночках. Значит, пьем мы его на голодный желудок, ну, примерно за полчаса до еды. Одну чайную ложку в 200 мл в булькале. И он, знаете, такой приятный, ну, практически как вода. Есть чуть-чуть немножечко привкус, запах вот этого вот алоэ, но очень даже незначительный. Артикул 153.76. В общем, укрепляет иммунитет и плюсом ко всему налаживает работу пищеварительной системы, можно так выразиться. Далее, чай улун с экстрактом каштана. Один из моих любимчиков. Знаете, что я еще люблю фисташковый с ромашкой. И вот этот лесной орех с экстрактом каштана мне тоже очень-очень понравился. Это чай улун. Именно улун. Артикул 16009. 20 пакетиков в упаковочке идет. Далее оценила я нашу вернувшуюся маску для глубокого очищения кожи. Она у меня в пустышках впервые за много-много лет. А вот эта обновленная версия у меня вообще впервые в пустышках. Да? То есть она такая вот темненькая идет. Глиняная. Артикул 78.82. 50 миллилитров. Что хочется про нее сказать? Это матовая кожа, мгновенный результат, и она глубоко очищает кожу, стимулирует обновление клеток, улучшает кровообращение, обладает антисеборийным эффектом, ухаживает за кожей с видимыми признаками воспалений. Маска предназначена для ухода за жирной и комбинированной кожей, но я ее делаю вместе с Катюшей.
Ксюшей. У меня у дочки, у старшей вообще жирные волосы, жирная кожа. Я ее делаю перед нашими женскими днями. Далее закончился у нас такой вот бьюти-комплекс. Я их брала в запасник. Его, скорее всего, в наличии уже нету. Но вещь просто крутая была. Значит, 55+. Это нутрикосметика. Артикул 157-64. Гардерика. Маска для лица. Я ее делала одна. Мне одной маски хватает от груди до лба на одно применение. Вот. Артикул 0744. 50 мл. Просто великолепная маска. Сразу виден результат. Этот результат длится около 3 дней. Но все равно я наношу и кремы, и так далее, и все такое прочее. Также закончился у меня, ну, стал полосить, может быть, да, больше сказать, вот этот вот Stay On, наш лайнер, карандашик, да, то есть, ну, вот сейчас он набрался, он вроде бы нормальный, но, как вы видите, он начал полосить, начал, да, вот это вот, если прям увеличить близко, то вы видите то, что у него линии уже стали не такие уж и четкие, и я его решила поменять на новенький. Новенький у меня есть, вот, но очень хороший карандаш, к сожалению, артикула нет. Кому нужно, пишите, я скину вам ссылочку с сайта. Вот, но если верить вот этой упаковочке, да, что тут 6 месяцев вот открыто держится, то у меня, конечно, продержался года полтора. Далее закончился 0219. Как сказать-то, да, это можно под глаза, это можно всякие прыщики, да, то есть можно вообще как тональный крем использовать, то есть как вам понравится. А такой вот у него универсальный классный оттеночек, он действительно хорошо убирает все вот недостаточки и разглаживает кожу лица, там, по-моему, светоотражающие частички и так далее идут. В общем, понравилась вот эта вот универсальная штучка. С удовольствием буду пользоваться ею дальше. У меня еще есть они в запасниках. Как-то вот одновременно у нас и у Кати, и у бабушки закончились вот эти вот сыворотки, да, восстанавливающие, питательные. Ну, давайте начнем вот с такой питательной сыворотки для всех типов волос. Я вам могу сказать, что эта сыворотка не очень мне понравилось не в плане того, что она не питает, а в плане того, что она жирнит и утяжеляет волосики, и с ней очень-очень сложно. То есть, если вы ее капнете в шампунь, то качество волос, да, действительно повысится. Если вы ее нанесете до мытья головы, то это просто шикарный результат. Но если после мытья головы, на следующий день вы пойдете голову мыть. Артикул 8215, 30 мл. У нее очень яркий, мощный, сильный такой бьющий в нос. Я обожаю этот аромат, но очень многие им недовольны. Далее, давайте с вами посмотрим вот такой вот Smart Keratin восстанавливающий филлер для поврежденных волос. Это линейка Умный Кератин. Вся, в принципе, вот эта вот линия с Salon Kea, она идет бессульфатная, вот как раз для волос после химических завивок, окрашиваний, да, то есть, ну, такая вот щадящая линейка, которая не очень хорошо шампунь пенится, ну, потому что они без сульфата идут. Ну, в общем, и вот этот восстанавливающий филлер мне очень понравился. Волосики рассыпчатые, блестящие, классные, в общем-то, никаких нареканий к ним нет. Возьму еще раз. Вот этот, скорее всего, больше не возьму, потому что я устала от него. Пользоваться им Марокко, одна Марокко. Хотя волосы он хорошо питает, но у него есть маска, которая мне, в принципе, очень даже нравится. А далее, активный гиалурон Salon Kea, сыворотка-уплотнитель для лишенных волос, истонченных волос. Вот это, конечно, моя тема. И спрей хорош из этой линеечки после мытья головы. И сыворотка хороша. В общем-то, мне захотелось ее повторить еще раз. И у нее очень легкий, приятный такой, какой-то нежный бриз, аромат очень, очень вкусный. Мне нравится. Артикул 81-67. Далее, опять-таки, пришлось Алиску передвинуть. Красотку мою, да? Пришлось передвинуть тебя. А, куча дезинфекторов закончилась. Я думаю, очень важно ими пользоваться. Обиделась, ушла. Значит, 27-24, 50 мл. Яркий аромат такой лимона. Так, далее. Восстанавливающая маска сливки. Действительно, кожа после нее мягкая, классная, такая вот суперская. Чем мне эта маска нравится? Тем, что она не требует смывания. Ее можно нанести потоньше и вообще с ней уснуть и так далее. А можно нанести потолще, чтобы напиталась. А потом просто обычной салфеточкой или чем-то таким. Или просто умыться, да, то есть снять излишки маски, которые остались на лице. Я, в принципе, пользуюсь вторым вариантом. Артикул 1251. Далее мама подсела вот на такой антицеллюлитный крем-скульптор. Я, к сожалению, не смогла, честно вам скажу, не смогла выдержать то, как он сильно жжет. Кожа горит так, что реально невозможно терпеть. И я как-то вот не стала им больше пользоваться, но у меня он остался. И мама говорит, как хорошо, греет, наверное, убывая, да. То есть, ну вот она прям тоже с собой занялась.
осталось. Хочет к лету выглядеть хорошо, а ей 62 года, и ей, в принципе, он очень даже подошел. Значит, артикул 1080. Способ применения: нанести на проблемные зоны, живот, бедра, ягодицы, достаточное количество крема. Массируйте каждую зону 5-7 минут до полного впитывания. Вымойте руки. Используйте от 1 до 3 раз в неделю. Вот, и тут прям предупреждение. Внимание! При использовании крема кожа активно разогревается, возникает локальное покраснение, которое проходит в течение часа. Избегайте попадания крема на слизистые оболочки. При случайном попадании обильно промойте проточной водой. Рекомендуется провести тест на чувствительность за 24 часа до использования крема на небольшом участке кожи. 150 мл хватает, в принципе, на очень даже долго его, потому что толстый слой вы не нанесете. Вам будет очень неприятно. Далее, значит, вот такое вот тоже. 100 лет не было у меня ее в заказе. Что могу сказать про нее? Это такая вот свеженькая водичка. Да, я тут чуть-чуть оставила. Практически без запаха. Есть какое-то вот ощущение такой вот какой-то питательной эмульсии. Вот. Чем она мне понравилась? Ну, тем, что ее наносишь, и ничего так особо не остается на лице. Вот. На самом деле она идет с активным компонентом, полученным из фиалки трехцветной. Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, способствует формированию водных каналов, обеспечивающих увлажнение кожи и разглаживающих морщин. Значит, и как раз вот этот комплекс, он увеличивает степень увлажненности кожи на 9% через 24 часа после одного нанесения и уменьшает морщины на 13% в течение 28 дней. Вот. Действительно, кожа лица напитанная, классная, увлажненная. Она действительно мне понравилась. И то, что у нее аромат такой легкий, его практически нету, да. Но я ее израсходовала буквально за 5 дней, да, то есть от груди до лба. И опять-таки она у меня быстренько ушла. Я ее прям открывала, не пипеточкой наносила, а так плесну на руку, так вжих-вжих-вжих-вжих. В общем-то, может быть, на 6 дней хватило, но 5 точно. Да, то есть маленький очень объем, вот, но действие действительно классное. После первого раза уже чувствуется, что она работает. Действительно работает. Артикул 0165. Ну, можно, конечно, было экономнее только на лицо, но у меня сейчас больше проблем на шее, чем на лице. Далее, вот такая вот сыворотка 50+, от Renovage. Артикул 0785. Отличная тоже сыворотка. Ее использовала мама, да, то есть такая вот у нее пипеточка. Сейчас я вам сюда ее капну, чтобы вы увидели, да. То есть это что-то типа такой вот эмульсии. И мне очень нравится это ощущение. Я сама ей пользовалась. Запах у нее тоже такой, ну, знаете, практически нейтральный. Пипеточка очень удобная. Дочка у меня хочет в нее играть, поэтому я помою. У флакончика будет еще одна жизнь, но это стекло, поэтому надо быть внимательным. Она хочет это в свою аптечку забрать, что-то типа капелек в нос у нее будет. По-моему, так она говорила. Далее. Восстанавливающий тоник для лица, артикул 0779, обалденная штука, нравится, всем рекомендую, я от него кайфую. Дальше, гель-трансформер для лица. Слушайте, а где сама упаковка? Потерялась, да, но я вот точно помню, что он у меня закончился. Гель-трансформер для лица, артикул 0875, классный, увлажняет, приятный аромат. В общем, вообще никаких нареканий к продукту нет, я вам его рекомендую перед макияжем, штука классная. Парочку мицеллярных вот закончилось. Ну, знаете, у меня их много заканчивается даже из-за того, что я иногда смываю с лица косметику, ну вот, грубо говоря, сухим способом. И частенько бывает такое, что я потом после мицеллярки просто протираюсь тоником и не иду умывать. Поэтому у меня ее много закончилось. Артикул 0831. Вот такая вот она классная. Я тут оставила чуть-чуть, чтобы вам показать, как она на деле. У нее такой не очень-то приятный аромат винограда, но я к нему так привыкла, что у меня вообще нет никаких проблем. Но вот тут, в принципе, на одно применение осталось. Мицеллярную воду всегда нужно смывать с лица, поэтому тоником после мицеллярки я всегда протираюсь. Это мамина мицеллярная вода. Ей она безумно понравилась, и она ей до сих пор пользуется. Она идет большая, 300 мл, артикул 1244. Мама прям вот только ее хочет, ей никакую другую не нужно, ей вот именно это нравится, и в принципе, все. На этом все сказано. Я ей только ее и заказываю. Далее. Тонизирующий скраб актив для тела. Антицеллюлитный. Очень удобно, потому что я занимаюсь шорты для похудения. Я надеваю пост для похудения. Это все неприятно. Все так очень потеет. И, конечно же, кожа. Что-то нужно такое, чтобы отслаиваться, да, то есть после такого вот активного вспотения, да, во время физических нагрузок. Поэтому я сейчас пользуюсь практически после каждого спорта на область талии,
живота, там попы, бедер и так далее. Вот это вот все место, где шорты и пояс, я все это скрабирую. И потом наношу кремчик какой-нибудь. Вот, отличная штука, потому что он действительно идет антицеллюлитный. Артикул 12.37. Далее, маска питательная для всех типов волос. Вот как раз про нее я говорила, что она крутая, что она классная. У нее такой же яркий аромат, как вот у этой сыворотки, которую я больше не куплю. Действительно не куплю. Вот. А вот эту маску я покупаю на постоянной основе. И она у меня в первую очередь заканчивается после покупок. Да? Я могу взять в запаснике 10 разных масочек, так как у нас 3 девочки, и они быстро уходят. И все равно первой расходую вот эту. Ну уж до чего хорошо действие. Хотя она немножко утяжеляет волосы. Артикул 82.12. 200 мл. Далее гель для душа. Ребят, новогодняя выпечка ужасно не понравился. Мы его дорасходовали даже не знаю кто. Он стоял в ванной с самого Нового года. А я снимаю видео уже весной, уже в марте. Я не знаю даже, вы представляете, сколько он у нас простоял. Да? Никто им не хотел особо мыться. Все по разу помылись, и потом он стоял, стоял, стоял. А я помню, что я этот гель для душа наливала в пузырьки. А у Вики есть машина мыльных пузырей. Туда наливаешь в отдел, и оно так крутится, ветер дует, и пузыри идут. И вот я туда сколько-то вот столько, наверное, слила, с водичкой разбавляла. В принципе, хорошие пузырики получались. Вот. Но я не пойму, как это так пахнет едой. Запах до такой степени неприятный, что я была рада увидеть его пустым. Ой, фу. Не знаю, не люблю прямо пряники какие-то, вот знаете. Далее, вот такой вот спрей закончился. Ценные масла. Это вот из этой же линеечки ценные масла, что и все остальное. Как вы видите, я это допользовала. Я вам могу сказать, что он тоже утяжеляет волосы, и больше я его не закажу. Вот прям не закажу. Артикул 82.14. Он не для меня, не для моих волос. У меня волосы жиденькие, тоненькие. Я его как пшикну на голову, так и все они у меня повяли, прилизались и стали некрасивыми. Далее, шампунь восстанавливающий для поврежденных волос. Тоже больше не закажу, потому что появились в компании Faberlic шампуни куда лучше, чем этот. Хотя этот мне раньше безумно нравился. Но когда ты понимаешь, что есть еще лучше, нежели было до этого, ну, конечно, я в приятном восторге от этого. Что мне не нравится теперь в этом шампуне, то, что после него волосы, ну, как мочалка грубые, да, то есть он их так хорошо промывает, что их не расчесать, то есть нужно обязательно делать бальзам или маску, чтобы они хоть сколько-то где-то в надлежащий вид пришли, поэтому да. А сейчас у нас вот, допустим, шампуни зима линеечка, да, видели, я по распродаже в запаснике взяла, от них такой же эффект, волосы скрипучие, волосы супер чистые. Но нету такого вот безобразия на голове. Прям гнездо на голове. Нету такого вот ощущения, что они все скомковались, их невозможно будет расчесать. Поэтому 82.60. Я надеюсь, у меня его больше не осталось в запасниках, но я его дорасходовала. В принципе, шампунем можно пользоваться легко и просто. Викин шампунь-бальзам для волос. 2 в 1. У него волосики длинные, поэтому мы шампунь-бальзам берем. Артикул 23.44. Далее. Просто обалденный. Получается, обалденный бальзам восстанавливающий, идет с комплексом Керестор 2.0 и сапфировой пудрой. Ну, до чего он классный. Там, наверное, даже я вам могу показать его консистенцию. Ну, давай. Вот так. Да, то есть могу показать его консистенцию. Он действительно суперский. Он действительно такой хорошенький. И волосы хорошо питает и не утяжеляет и так далее. В общем-то, этот бальзам, мне кажется, всем подойдет, а не только блондинкам. И то, что он вот так ставится, это тоже очень удобно. Все съезжает, и нету такого, что что-то осталось, и что-то выкинули и так далее. Так, он идет 150 мл, артикул 27.11. Очень стоящий, очень классный. Далее, крем для чистки металлических поверхностей, артикул 111.58. Нравится нам, заказываем. Ну, не нравился бы, не заказывали, так ведь? Мой любимый ультракондиционер для белья 118.53. Пятновыводитель, мы его добавляем чисто стирать в машинку, то есть там тут написано и ковры, и все, и можно чистить. Нет, мы ничего этого не делаем. Вот, мы именно... Потому что ковров у нас нет практически. Там один в прихожей лежит, и все. Один еще у Викуси есть играть. Вот. И вот его мы просто вот что-то где-то стираем и кладем сразу же вместе с порошком, да, в соседнее отделение в стиральной машинке, и все отлично. Артикул 110.50. Далее, средство для чистки духовок и плит 111.19. Средство чистящее универсальное для ванной комнаты 112.20. Пятновыводитель кислородный универсальный 111.62. Хороший, кстати, мы его можем налить в машину. Если что-то серьезное, то мы его прямо в машину наливаем или прямо на пятно наливаем. Но вот с ним нужно быть осторожней. Прямо руки белеют.
Вот прям пальчики, руки, вот чем вы пользуетесь, прям белеет. Поэтому, если что-то нужно застирать вручную, у нас есть спрей. Он тоже отличный, но он не портит кожу рук. Далее, стиральный биопорошок для белых и цветных тканей. В стирке жесткой воде. К мягкому белью мы уже привыкли, мы уже довольны. Ничего нового про него тоже сказать не могу. Артикл 118.91. Ну вот, в принципе, это были мои скромные пустышки. Да, в этот раз поменьше. Всем пока-пока. С вами была Комнова Аня. Не забывайте, все, что вам нужно, любую подробную аннотацию про любой продукт я вам могу выслать. Да, все хорошо, могу выслать.